Я очень люблю свой офис. И стол, и компьютер пыльный. И трубку беру, не морщась, когда телефон противный звонит или даже звонит. В трубке директора голос. Я сразу весь цепенею. Я верю в то далекое, но светлое, в то будущее время, когда я, наконец, поумнею. Тогда, утомленным и старым, я буду жить не так, совсем по-другому. Пьяным смешным клошаром в безразмерных штанах я буду плясать гопак на берегу океана где-нибудь в южном Гоа.